Привет всем, добро пожаловать на мой канал, и мы с вами продолжаем бороздить просторы Готэма в игре Batman Arkham Shadow. Так, и в прошлой серии мы выбрались из этого банка, канализации банка, которого кто-то грабил. Вот. Грабили, походу, банда крысиного короля, насколько мы понимаем, но нам надо двигаться дальше. Готэм в беде, Готэм в хаосе, и только темный рыцарь может его спасти. Так. А там у нас тройка неприятных ребят. Owner's down. Can't stand your ground if you ain't standing. Secure the street. Guns are going to the roof. Так. Nothing but the best for the pigs. Оружейный магазин, в который ребята хотят попасть. They're covering the gun store entrance. Grates will take me around their line of sight. I'll use detective vision to find a way around the gate. No one's watching their backs. Кстати, я еще сейчас использую квест Game Optimizer. Спасибо за вообще информацию о его существовании одному из зрителей. Вот, профилей для Бэтмена пока нет, но я уже кое-что там нашел, какую-то информацию в интернете, кое-что подкрутил, я поставил разрешение на 150%, и как бы там еще определенные фишки там. Вот, я не знаю, вроде бы изображение стало четче, ну то есть, ну лично мне, потому что как бы на видео, когда смотришь, в принципе, картинка выглядит лучше, чем когда вот у меня здесь непосредственно в шлеме. Вот, как бы не то, что сама картинка, но вот четкость, разрешение, резкость, как бы вот. Сейчас вроде бы стало лучше, но что будет по производительности и по нагреву шлема? Потому что если смотреть на руки, как будто немножко лагает. Но если не смотреть на руки, то вроде бы ничего не лагает. Короче, глянь, эту серию пока запишем как-то так. Так. Ага, мне тут надо что будет, просто пробиться. Так, ну что, ребята. Давай, что ты? Так. Отдыхай. Так, надо полегче махать руками. Потому что в прошлый раз я неплохо так приложился в шкаф. Вам на видео это было, кстати, очень хорошо видно. GCPD needs to get these guns off the street, and the owner needs medical attention. I'm going in. Так. Копам надо позаботиться о всем этом оружии. Вот. Владелец, ты тоже, как я понимаю, пострадал. Я немножко не могу понять, где он, но это чисто мы знаем с разговора этих ребят. Так, а что у нас здесь? А здесь у нас танцы вещания крысиного короля. Нахер. Топку крысиную пропаганду. Вот, типа я просто на машине, да, могу залезть? I can take the rats in the gun store by surprise if I enter through a vent. Да я уже понял, Бэтс, что нам надо через вентиляцию. Так, стоп. Вот это нам надо отсканировать. Ага. Короче, у нас еще есть теперь телефонный номер. А, стоп, а там, кстати, еще одна вентиляция куда-то ведущая. Ха. А ее и не уйдет. Так, давайте пока пойдем глянем, что я пропустил. Detective Vision can show me a way forward. И заодно там, ну, не знаю, можно сходить к телефону и сейчас попробовать позвонить в этот оружейный магазин. Мне интересно, кто мне что там ответит. Так. Так, вот тут мы вас пропустили. Ventilation. Кстати, да, я вернулся туда почти на начало игры и нашел одну из станций еще крысиной пропаганды, которую мы тогда видели, но не пробрались к ней. Я это все дело исправил. Во, теперь мы можем прокачаться. Старая добрая бэт-прокачка, да? Да. Так, ну давайте бой качать. Что у нас? Так, а, это типа то, что у нас уже имеется. Это то, что мы можем... Critical Strike. Давайте. Критические удары у нас будут, более мощные удары. Да, кстати, вот это вся вот пропаганда. Вот, ну, кому интересно,
может почитать, попереводить. Подожди, стоп, потому что это я... А ты что, одно и то же рассказываешь? Я не могу понять. Каждый раз одно и то же или что? Я думал, тут разные тексты будут. Ладно. Тут, в принципе, ничего. Да, ничего не сочинит. А, это воспоминания. А можно выключить? Вот, все. Я сейчас задолбал тебя слушать. Так, это нам ничего не дает. Давайте качнем. А, мы уже качнули. Все, давайте продолжать тогда. Не зря вернулись. Получили опыт, да прокачались. Теперь у нас есть Critical Strike. Опа. Гляньте, это типа мы, да? Это кто-то под... действием токсина пугало Бэтмена так увидел и нарисовал. Так. Ну хотя это подергивание странное было, по-моему, и без оптимайзера, когда он просто так играл в первой части, в первой серии говорил, что немножко как будто как подлагивает, что ли. Вот. Странные, непонятные подергивания. Они то есть, то нет. Именно вам это вообще незаметно. Так. Опа, здесь уже ребята с автоматами. И здесь лобовую действовать будет очень глупо. Your safety's on. Your hands shaking. Shut up! I heard fighting outside. Secure the store. Пригнуться, еще выглянуть. Я хотел на их лица глянуть. Так. Так, пробираемся. Так. Сколько их? Раз, два, три. Троих вижу. И куча разных автоматов. Трофижек. А где владелец? Так, они меня здесь не увидят? Нет. Это хорошо. Может это делать с автоматом? Нет? Я просто показываю, что здесь есть оружие, надо быть начеку. В этом смысл. Хорошо, вот так, нам туда. They're armed. I need to be smart about this. Они вооружены. Мне надо быть просто умнее и хитрее их. Так, что тут? А, войти в этот симулятор хищника. Сейчас нас обучат стелсу. Ага, так, дымовая граната. Ну, я, кстати, уже до этого видел. Так, берешь, кидаешь. Правда, так кинулся одного, что будто только задел, да? Я понял. Не получилось, малеха. А, или получилось? Я ничего не понял. Так. Короче, если меня заметили, быстро... А, я понял, я ее взять пытался. Они. И она просто так можно быстро на Б скинуть, типа, если вас заметили. Я вот это саму берешь рукой и кидаешь. Так. Надо перемещаться между горгулями, чтоб меня потеряли, да, или что, типа. Да вот, как его тихо задушить. Короче. Ага, вот так, я понял. Ну такое странное действие немножко. Ну прикольно. Надо как-то его в разные стороны типа душить. А, был на самом изнот. Короче, наша броня не предназначена для контакта с автоматическими пулями из автоматического оружия. Желательно этого избегать. Отключаем детективное зрение. Спускаемся вниз. Слазим в решетку. Подлазим к врагу. Вот так.
Короче, чтобы душить, не надо ничего нажать, просто так руки к нему вперед повыкидываешь, и нормально. Так, мне надо всех устранить, да? Так, ага, вот здесь я могу повиснуть. Блин, как классно, что все так же, как и во всех частях серии Архам. Так. Ну, окей. Ага, это вот я пойду. Ага. Это никого не привлекло, как бы? Ты ничего не услышал? Нет, вроде. Ну ладно. Так, теперь ты. Ага, сейчас из решетки. Мы это можем сделать. Ну, вроде обучены. Давайте, как бы, в реальный бой теперь. Легко, так, точнее, тяжело в учении, легко в бою. I'll take them apart one by one. Так. Это, типа, я вообще свисаю вверх головой сейчас, да, типа, на самом деле, как бы. Так, вернуться надо, потому что... Так, один есть. Пошел прочь. Так, ну, это могли... Услышать, заметить, да, да, да. Так, а тебя мы вот так вот вынесем. Good. Three more guns off the street. I'll find a position up above and get the drop on them. Лифт едет, еще трое, да, по идее? Так, так. Пошел вон. Так. Как же мне нравится на них охотиться, а? Так, а ну давайте мы их чуть-чуть все поиспугаем. Ведь это мой ветеран. Бойтесь, твари. Просто бойтесь. Так, остался один парнишка. Получай. The rats on the roof are targeting police precincts. I have to get to Gordon. The elevator awaits. Так, нам надо на лифт. Для начала давайте осмотримся. Нет тут ничего интересного для меня. I'll take the elevator to the roof and stop the rats from moving more guns. Так, ага, вот здесь вентиляция. Куда нас это ведет? Ага, это мы просто могли, да, вот в такие как бы обходы ходить. Rats are moving guns on the rooftop. Я понял. Крыша, мыша. Так, сейчас. А пока он не гонится, я не могу, да, типа?
Так, вот здесь явно... Я должен что-то сделать. Что? У меня один бета-ран. О, все. Давай, ваши статуи. Так, все, на крышу. А, я в оружейку забыл позвонить. Я ж хотел позвонить перед тем, как зайти сюда. Бет, я понял, давай. Jim, you tripped an emergency lockdown. Where's the manual override? On this model, directly above you. Наверх. Так. Там еще должны быть вооруженные ублюдки. И это хорошо, что я еду. Tell him to get inside. Я рядом с офисом Фордена, а ничего, полицейский участок или что? Alright, more guns. We should have had him leave a few before they left. We could have been halfway to shooting Gordon by now. I got money, I'll be the first. This is the Rat King's only work. And we could have fun along the way, unless you think you can't keep up. Так, заходи, братишка. Who called the elevator? And where's our guns? Where's our guns? Они не вооружены, это хорошо. I need to get to Gordon. Сейчас, черт, Бэтс. Будет Гордон. The only way to Gordon is through these rats. А вот что тут у нас. Так не разбивать, не могу. Drop down and take them out. Он это не услышит, мне интересно. Нет, бля, не услышал. Так, punch the wall. Давай, давай. Ты что, сука, мудила? Давай, 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 сюда. Ублюдки, мать вашу. Доктор Томпкинс is calling in. She's quite insistent. Bruce, can Harvey and I expect you at the courthouse tonight? We're planning a fundraiser for crime prevention. I am crime prevention. You can't punch your way through every problem that... Give Harvey my best. You were rather curt with the woman who raised you. I have a city to save. Так, нас там хотят куда-то на встречи, политические митинги пригласить, но у нас есть город, который нужно спасти. Так, я так не могу немножко понять, у них что, где-то Гордон в заложниках? Так, наполняем нам туда. Да что ж происходит? Туда не туда, блин, только сюда. Так, и... Ага. Вот так вот. Минус еще станция пропаганды. Ace Chemicals. Гордон. А вот и Гордон. Так, наш бэт-сигнал не спалили. А, подождите, это ж... То было в будущем, по ходу, начало, когда вот тот непонятный байкер, которым мы играли, палил этот бэт-сигнал. Там же, по-моему, типа потом перенесло на сколько-то там дней до этого, или часов, или дней. Ну, плащ не расправляет, не расправляется, как я хочу. Шо? Почему? Плащ, плащ. А чё? А, я вообще сейчас не могу ничего не брать, не кидать. Я понял, это, короче, типа... Типа катсцены.
Джим, я здесь. Вот он мой. Милый, любимый бат-сигнал. Так. Commissioner. Как всегда, тихо, неожиданно, да? For a second there, I thought you were a rat. If I was a rat, you'd already be dead. You know, if I squint my eyes, I can still see a Gotham worth fighting for. Even tonight. Брюс, мы справимся. Ой, фу, Брюс, это я. Джим, мы справимся. Follow me. Брюс, я чуть не проговорился. Он же еще ничего не знает. Так, пошли, что там? Brand new. A whole fleet of them. Half the city's budget. GCPD SWAT finally got the war they wanted. Great so. I set up this task force office away from any precinct. It pains me to say it, but not everyone in blue can be trusted these days. Да, Джим, вообще никому нельзя доверять. Of course. They call it the pigsty, and not because it's a mess, even though it is. This way. Ага, вот это та самая комната. This rat king could be anywhere, Jim. How the hell do we find him? Здорово, мужик. We don't. He does. I didn't realize we were getting the band back together. It's good to see you. Здорово. Venom. Дент. Это Харви Дент, как я помню. Еще до того стал двуликим. After Falcone, I worried this would be a one-time thing. But look at us. Just like before. This is nothing like before. Gotham is under attack. Targets are all city employees, civil servants, public officials. The attacks are getting bigger, bolder, deadlier. That one was right outside my office. I'm fine. We know they're well organized. But we know almost nothing about who's behind it. Until tonight. Batman. Those cops you saved in the sewers, they recovered this. Gotham is a house divided unequally. The cops, the courts, the clique control us. By my orders, gut the pigs in the pigsty. Move us closer to our day of wrath, so that in 1 week's time, the shady pillars of Gotham fall. And from the charred bones of brutish pigs and bloated cats, we build our kingdom. In 1 week's time? Крысиный король. Shaky pillars of Gotham. Хочет построить крысиное королевство. Все столпы Готэма. Мы должны это остановить, ребята. The rats spill blood, not secrets. Their words. But if anyone could make them talk, it's you. Ну а кто еще? Scraps for the DA's office this time. I'll find this rat king. I'll stop this day of wrath. Летучая мышь Готэма открывает охоту на крысиного короля. Томпкинс. Yeah, you know what? Be safe out there, Harvey. And for what it's worth, happy 4th of July. Is that today? And one more thing. Step outside with me. I need to smoke. Правильно, Джим. Везде есть уши. Везде. Что ты хотел сказать? Я не курю. What did you want to tell me, Commissioner? Right. Look, I don't know where the Rat King is, but I've got a hunch. I placed an officer undercover. Where? Джип! Меня стреляй! Are you hit? I'm fine.
Just go after that son of a bitch! The shot came from the Beacon Hotel. There's nothing here. Gordon's in danger, and I can follow his attacker over the rooftops across from the task force office. Так. Секунду, я могу что-то отсканировать, что вот как-то только что появлялось, сейчас уже нет. I need to leave. Gordon's under fire. Ага, вот так. Ага, чей-то номер, ну то если что, позвоним. Так. Так, а по мне никто не будет стрелять? Я как бы так перепуган немного действую, потому что думаю, как бы по мне могут огонь вести, продолжать. Нет? Гордон, ты, надеюсь, спрятался, да? The shot came from the Beacon Hotel, not here. The shooter's trail is still fresh. I should hunt him down. Я понял, Бэт, сейчас. Тут же всякие побочные приколы. Опа, так, у нас здесь один с трубой, двое с голыми кулаками и четвертый с автоматом. Так. Ну что? Так, а я понял, как избегать. Я могу как-то напасть на них, а? Почему мой плащ не расправляется? Почему? Да, блядь, не берется. А, вот, меня просто обучали. Как в бою избегать. Ладно, давайте тогда. А что ж такое-то? Справился. Как же неудобно в этой маленькой комнатке моей драться, когда ты всегда боишься куда-то сейчас ударить и на апокалипсичному легенько ручками двигать. А, кумарит. Ну да ладно. A switch opens this door. Так, а мне в принципе сюда и надо было, я как бы правильным путем двинулся, да, товарищи, как говорится. А это что было? А, я типа с крыши выпрыгнул, ладно. Пока единственное, что никак во всех сериях Архам не хватает свободы передвижения по городу, открытого города и по нему. Ну, может, я пока как бы пролог только прохожу. Так. Что ты хочешь, чудовище? Открывай. Batman, it's Barbara Gordon. I have intel on one of the Rat King's top lieutenants. Barbara, how did you... They call him Shrek. I tried to tell my dad, but he... Stay off this channel. Alfred, look into this Shrike. Certainly. Though the young Miss Gordon... Do not encourage her. Барбара все пытается влезть в супергеройскую жизнь. Дали бы, что надо ждут, ребята, в будущем. Охерели. I'm unsure whether the crane's here to repair or destroy. Странная картина какая-то. Нахер. The Beacon Hotel. I'm close. That ledge won't hold me. I'll find higher ground. Ага, так, это не... Мой крюк не сможет зацепиться за это, да?
Там ребята. Как я? Ага, я должен попасть сюда и по кирпичам перелезть. Вот элементы паркура еще, как в Ассасине, я понял, Бэтс. Я понял, так. Сюда мы не залезем, не? Так, coin, да. Locked, and a keypad. А, это применить, типа, 1, 2, 3. Нет, а, ну это уже делал. О. Не так сложно. Блин, вот он, гляньте, чертов год им под нами. Но честно, из-за ограниченности моей сейчас в свободе перемещения непосредственно по городу и вот этот там какой-то туманчик непонятного, знаете, все выглядит немного как в Спайдермене с PS1, когда там вот этот локации были ограничены, город под тобой был в тумане, и ты куда только в определенные крыши мог перемещаться, так сказать. Вот, чем-то мне это напомнило сейчас Спайдермена. Так, здесь сейчас нам надо повернуть кран. The crane is active. One lever to lift, the other to pivot. Так, нам по идее надо вот как-то вот, да? Сюда опустить. Ну как-то так. Так, эти ребята меня там, надеюсь, не видят. Странно, конечно, что они меня не видят. Ну да ладно, так. Тут у нас. Давайте нас с детективным зрением, чтобы было видно, а то я не вижу, за что хвататься. Блин, не упасть бы. Он меня увидел, нет? Вроде как нет. Ага. Ублюдки, то есть мне надо туда? Вы серьезно? Бляха-муха. Мне это, честно говоря, не понравилось. Вы, конечно, знаете, что я здесь, да? Ну, тебе так, чтоб... Короче, кран надо поворачивать туда к ним. Я, блядь, понял. А как там, блядь, плащ? Открывайте. Ну, блядь, уроды. Я иду. Вам и вам, блядь, это не понравится. Так вот. Ну твари, блядь. Come on, bat.
А можно как-то? О! Так, я сейчас плащом бить, надо бывающее. Так, с вами разобрались. Надо снайперского гнезда этого дойти, наконец-то. Снайпер уже успеет 100 раз скрыться и следы замести. Shrike fired at Gordon from around here and then fled. If I search the area for evidence, I should be able to track his destination. Setting up a crime scene perimeter. Так. Не? Это не открывается, ага. А, вот, отсюда он стрелял. Что это у нас? Shrike was burning paper with a butane lighter while he waited for his shot. Nervous habit. Andy left some fingerprints behind. They'll come in handy. Alfred, I'm uploading prints. If Shrike has any priors, it should narrow our search. Very good, sir. There should be more evidence around. Что это? Лужа какая-то. Heptane, acetone, and methanol. Gun cleaner. Shrike would have been rushing to escape. Spatter analysis suggests he dropped an aerosol container. The gun cleaner combined with the butane from the paper Shrike was burning could be enough for me to perform a chemical trace and track his location. Initiating. Жженая бумага и химикаты помогут нам. Heading out now. Выследить его все же. Shrike fled into the elevator. Так, а как-то... Я тут-то там это вижу, не? Ага, не, вот свет... Свет, след появился. Так, что написано? Вард. Так. Ну, то есть, химический след... Частицы ведут сюда. Так, вверх мы вряд ли поедем, потому что мы на самом верху, да? Ну да, поэтому давайте вниз. Так, люка нет, не может. Sir, a profile on Boone Carver, aka Shrike. Shuffled around a number of youth crisis centers before they were all shut down due to budgetary constraints. Paroled from Blackgate 2 weeks ago, moved in with another youth home rejectee. Wayward youth aside, Shrike only became Shrike after Blackgate radicalized him. From GCR, I'm Rob Touchstone with today's financial headlines. The stock market's biggest winner this week. Так, мы можем прокачаться. Прокачки появилось, так. А, бой мы ничего прокачивать пока больше не можем. Бэт-костюм. Ага. Защита, ну, от... ударов, холодного оружия, либо защита баллистическая. Понятно. Так, по гаджетам. Что у нас? Дольше действует... Это... Что? Хай... Пичет саунд. Уринха. Ага, звуковой бетавран, который будет провоцировать врагов на расстояние. Вот. Ага, это двойной бета-ранг. Хищник. Так, что у нас тут? Так, это быстрые тихие устранения. Это... А, короче, мы тише будем передвигаться. Быстрее пропадать из вида. Ну давайте, значит, я, честно говоря, прокачаю более быстрое устранение, потому что вот эти хватания, 3 раза его кручения в разные стороны, немножко такая утомительная вещь.
Так. Двигаемся, двигаемся. Так, он... Ай, пока с автоматом, нет, он с трубой. Так. Он двинулся куда-то вот сюда, по всему. Так, но мы... глянем, что у нас здесь. Здесь я... Ага, сейчас я начну, нажму кнопку. Вот, если бы я нажал ту, мне кажется, отсюда газ бы пошел. Либо огонь. Так. Еще одну станцию вывели из строя. Ну, про нас что-то рассказывают. По новостям. Про Брюса Уэйна. Тупого богача. Эх ты. Как Варайдер? Кто там этот? Телевещатель на радио. Так, стоп. Ага, и там у нас вооруженные ребята. The chemical trace leads deeper into Beacon, not outside. Ага, туда пока рано. Так, давайте все же будем тихо передвигаться. Стелс, наш лучший друг, все же. Так, ага, сюда нас. Химикал. Ага, а что ты уже приготовился к какому-то удару или что, я не могу понять. Додик. Окей, дверь вот так. А, Барбара. Фу, хорошо, что не ударил, вот так чисто. No, I mean, what the hell are you doing here? Like твою I was мать. Trying to tell you earlier, I'm the one who called in the anonymous tip about this guy. Go home. Shrike is armed, and your dad would not... My dad only knows about this lead because of me. Something big's going down tonight. Bigger than these riots, which, by the way, I had to fight my way through to get here. Not to mention sneaking past three police barricades, scaling a fence, and crossing the Perdition Bridge while it was on fire, all to catch the one guy who could lead us straight to the Rat King tonight. And you tell me to go home? Yes. Yes. Да, Барбара, домой. I work alone, Barbara. Fine. Будущая одновременно бывшая bad girl. Couldn't have done it without you. Успокойся. Да я-то двигаюсь, ты. Уходи. Ну, не. А чё я не мог открыть? I'm keeping this crowbar. Don't care. Ты как Гордон Фримен. Но там вооруженные мужики на выходе были. Бэтмен. Re-establishing chemical trace. Уверен, что хорошая идея была. Так, ладно. Дальше по химическому следу идем. След явно оттуда идет. Так, что у нас тут? Что это? Состава Лесли Томпсона. Буни, я надеюсь, твои дела хорошо. Ясно. Так, здесь у нас что? Ну, про крысиного короля. Ты... Да можно ничего просто, блядь, нажать? Доктор Лесли Томпкинс. It's what the Rat King says. The only way out is through the cops, the courts, and the clink. I know you understand. Love you, brother. See you soon. Короче, это завербованные ребята крысиным королем. Так. Тут у нас... ничего особо интересного нет, кроме как рисунков какой-то брони, крысиной брони для крысиных воинов или крысиного короля, хер его знает.
Так, тут у нас какая-то сектантская. Крысиная сектантская. Всякие надписи. Растем сквозь огонь. Так, ага, это вот, собственно, куда он и стрелял. Вот здесь мы с Гордоном и были. Что ты? Так, блядь, можно в фотографию попасть? Можно. По странному летит все. Так, ты открыть не могу, все, двигаемся далее. Так, ну химический след нас явно ведет туда. Shrike's trail ends at this bookshelf. There must be something behind it. Думаю, мы тебя не найдем. Шрайка, блин, такой хер. По чему сейчас? Подожди, я разбил, нет? Да, разбил. Так, в туалете. У нас, собственно, ничего. Кроме фотографии какой-то. А что за фотография? С цифрой 8. Вроде как. Ладно. A safe. 4-digit passcode. Ага. We should locate more evidence to unlock it. 4 цифры. Setting up a perimeter. Одна now. Вот, 8. Я ее уже вижу. Cops courts clink. The pillars must fall. The paint in this graffiti contains trace amounts of butane, similar to what's in Shrike's lighter. That's why his trail led here. I need to find more evidence. Так. А пока мы одну из четырех цифр нашли, это 8. Ну. Цифры. Нам нужны цифры, ага. Вот 11. Solomon Wayne Courthouse. The courts. Rats are targeting the justice system. Detecting traces of acetic acid, ammonium sulfate. This photo was captured on 35mm film and developed in a home lab. The numbers are 1-1. Так, мы нашли восьмерку, мы нашли 2 единицы. Это четверка. GCPD headquarters. The cops. Police are targets of the rats. Another number handwritten in alkaline film agent. The number is 4. 11-4-8. 8 мы типа еще не нашли, да? Ну да, типа 8. Blackgate Prison. Ну да, теперь по Blackgate. The clink. The rats have their sights set on it. One last number is embedded in this photo. Shrike was hiding these for someone close to him. The number is 8. GCPD, Wayne Courthouse, Blackgate Prison. Three photos with hidden numbers on each of them. Cops, courts, clink. 4-1-1-8. That must be the safe's passcode. Да-да, Брюс, мы уже разобрали. A secret passage. Секретный проход. Like the one connecting the sewers with Bank of Gotham. Rats move behind the walls. Крысы лезут из канализации. Это тоже, как бы, квартира соединена с канализацией, секретным ходом. Банк был соединен с канализацией. Ну, естественное место обитания крыс. Так. I've lost Shrike's trail. Так, пока никого не видно, он ушел. I'll need to search for more evidence. Setting up a perimeter. Ну это явно его логово, да, здесь мы найдем, думаю, много улик нужных нам. Так, вот, например, химикаты. Nitrocellulose. Highly flammable and extremely dangerous in large крысиный quantities. Крысиный манифест этот. Shrike could have been using it to build a bomb. I should keep looking. Так, эти химикаты он мог использовать для создания бомбы. Вот это. Крысиная маска. Нельзя там никак протепить ее. Ломать? Не. Так. Вот север Готэма.
это вот будет вся наша карта игры. Хотелось бы открытую карту, как вот, ну, во всех частях, чтобы я мог сам просто побегать по Готэму. Так. Какие-то пленки. Шрайк не строил бомбу. Нитроцеллюлоз был использован, чтобы сделать нитрит фильм стак. Рат Кинг пропаганда фильм. Ага, это не для создания бомбы. Для обработки пленки. Для создания крысиной пропаганды. Но здесь нет проектора, говорит, в комнате, говорит. Где же они его, говорит, воспроизводят? Так. Ну вот и запись. Two sets of fingerprints. Shrike had an accomplice. These other prints could belong to his roommate. Alfred, can you find any matches for these prints? GCPD database searches are coming up empty. I'm not finding anything either. Unlike Shrike, the owner of those prints doesn't appear to have a criminal record. The night is young. I've scanned all the evidence. I can determine where Shrike and his accomplice have gone based on what I've found. Так. Ага, это типа я должен сам по уликам решить, да? Куда он отправился, этот наш Шрайк? Типа, могу что-то делать, не? Что? Nitrocellulose is a lethal chemical, but Shrike wasn't building a bomb. Ага, это типа, чтобы я себе, типа, подходил. Но мне кажется, он отправился в театр. Ага, Ленчик, это книга. The Count of the Man... Граф Монте-Кристо. Что за книга? Так, но мне кажется... Короче, тут еще какой-то набор отпечатков другого человека, которого Артур пока не смог идентифицировать, как я понял. А возможно, его какой-то сосед по комнате. Это, короче, он броню такую для себя создал, да? Или вообще, в общем, для крысиных воинов этих. Вот... Либо шлем, вот маска. Ну, типа, вот так будут, да? Короче, Шрайк отправился сюда. The Monarch Theater. If Shrike and his accomplice were making films for the Rat King, they could be screening them there. Excellent deduction, sir. I'm noticing an unusual amount of activity near there. The nitrocellulose will help me re-establish a trace on Shrike and his accomplice. Got it. Heading to the Monarch Theater now. Все, двигаемся дальше по следу. А как она беседится? А почему они вообще остаются? Почему я их не могу кинуть просто нахер, а? Come on, we're already late. Nah, Shrike and his water boy just left. Hey, Shrike says that kid's been a little brother to him since before Blackgate. Ага. А Шрайк какой-то ребенок, малолетка. Шрайк его называют младшим братом. Так. Ребята, а что мы как, куда вообще? Так, ну тех ребят мы не будем выносить, да, там эта тройка была. Хотя, может, это просто жители квартир, а не бандиты. He's mobile. Так. Ребята, вот вас мне надо вынести, да? Ну давайте как-то начнем. Начнем с тебя. Вооруженного. Фу. Ах ты что, ты меня втащил? Ах ты псина! Как батаран! Ох! Они меня пару раз втащили, да? По-моему, первый раз не втащили. That's fewer reinforcements for Shrike. Now to the rooftops. Так.
По скрипению мы вынесли. Так, еще чей-то номер. Arkham Care. Я понял, служба заботы лечебницы Архема. Ладно, нам туда пока не надо. Да телефона мы больше не видим. Самое, блин, обидно, что не смог позвонить в вооруженный магазин перед тем, как туда заходить. Так. 11 из 40 мы этих крысиных статуэток уже разбили. Это хорошо. Еще было прикольно, если мне самому надо было брать этот. Кстати, откуда у тебя берут бета-ранг? Я чувствую... А, ну да, вот этот груди. Вот, это же видно, как я его беру. Ну, да, да, вот я думаю, почему он один? Потому что он один, он здесь. Так. Что за кабель? Nimble legs. One of them is. They climbed first, then threw a rope to the other. Так, не с помощью этой херни по крышам лазят. Окей. Так, а что нам... Что нам надо? Нам надо туда, типа, долететь просто, да? Тут ничего интересного нету больше. Где он вообще? Он просто как... Чем он привязан? Что, нет? Ладно. Там где-то эта кнопка внутрях. Shrike had an accomplice. They took the rooftops. Так, а это что? Маронис. А, пиццерия Маронис, наверное. Так. Теперь... Блять, полететь бы как-то. Ах, блять. А я к твоей могу и так зацепиться, но... Твою мать. У меня вопрос, блять. Почему он... Во, вот сейчас полетел. Я так сразу хотел. С хватанием этого плаща и как-то, блядь, немножко, ну... Какие-то напряги есть постоянно. Ну, лично у меня. Так. Опа. Нахера мне, блядь, лазить, как ассасин по уступам, если у меня есть бэткрюк? Зачем эти личные телодвижения? Стоп, что у нас здесь? А здесь у нас крысиная пропаганда опять. Ой, аккуратно. А бутылка разобьется, кстати? Да, ну как-то странно. По звукам есть жидкость, визуально этого не видно. Ну и эффект разбития, конечно, такой посредственный, но ладно. Да, и вот это просто нажатие А, это, конечно, как бы вроде бы удобно для так, то есть в плане быстроты движения, но... В VR покруче было, если бы я сам брал этот бэткрюк, стрелял им, цеплялся, так. Так, ну шо? Ой, да, нет, что? Я за что зацепился, так. Неудачно было. Почему-то... О, так, фу. Не смог я сразу все выкинуть наверх. I'll catch Shrike and his accomplice faster if I follow them across the rooftops. Так. Идем по следу. Пока он... Не развеялся. Так, о том, что автомат лежит. The Monarch. Вот он, кинотеатр Монарх. Better than those rats will be. Альфред, а что ты за нас волнуешься? В порядке или нет? Вроде все хорошо. Так. Все с автоматами. Раз, два, три. Три автоматчика. Еще оружие просто лежит. Так. Brothers, we have a follower. Not the movie they count. Stay frosty. That man's wrong. Так. А, нет, вас пятеро даже. Пятеро. Ну, ничего. Alfred, tell Gordon I've located more guns stolen from the Bowery. Поохотимся. Так. Первый у нас уедешь ты, хотя согласен, нет, ты. Первым я разберусь с тобой.
ублюдок. Я облажался! Я обосрался! Бэтмен! Лох! Тревога, все? Все, ёб, меня почти убили, да? У меня пол хп осталось. Я не знаю, ну как-то, блин, не получилось. Я знаю, как я хотел. Ребята, сейчас будут двигаться навстречу друг другу. Ну, извините меня, как бы я первый раз, ну как, второй раз стелсил. Первый раз он, в принципе, вообще был простой, легкий, обучающий. Но это не оправдание, я проходил все плоские части Архам. Стелс я всегда был хорош. Ну это ж был Бэтмен, а сейчас это я в его костюме, блядь. Поэтому все будет как обычно. Так. Я не те кнопки нажимаю. О, я назад залез. Как повиснуть, а? Так, опять нет. О, я буду постоянно не те кнопки нажимать. Вот как было повиснуть. Я ушел. Нет. Дайте я сюда залезу пока. Я поспокойнее себя немножечко чувствую. Так, у меня же это быстрое устранение сзади теперь есть, да? Ну, мы об этом узнаем, если меня, блядь, не убьют. Так. Теперь два раза, а не три. Вот в чем все быстрое устранение. Ну, быстрее, один хрен. Не сказать, чтоб сильно, но быстрее. Так, братишка, сейчас мы тебя как-нибудь аккумулируем. Так, фух, и быстро ушел, да? И не заметили. Один пал, но мы легион. Ну посмотрим легион. Я просто вот сейчас как бы во вкус вхожу, в роль вживаюсь. Сейчас я вас буду как в плоских версиях выносить как детей. Вы будете меня бояться. Я ночь, я месть, я Бэтмен. Иди сюда. Иди, родненький. Сейчас. Папа тобой займется. Резчик, давай копытом своим шевели. Ты остался один, братанчик. Как там, что там оно у тебя, а? Мне тебе просто что, снизу надо залезть, да, по идее? Что? Ладно. Так, теперь мне надо к тебе как-то вылезти, да? К тебе вот здесь, да, лаз, я думаю. Вот он. Братан, так а что ты там? Так, КПшка у меня восстановилась, по идее, после боя. Так, крысёныш, ты там можешь особо не вещать. Всем вам будет хана. Бэтмен пришел за вами, ублюдки. Так,
Идем дальше по следу. I've triangulated the source of the sewer broadcast, sir. The origin point is right ahead. It's chemical. Так. Короче, Альфред запеленговал источник оригинальной трансляции, и она типа прям перед нами. Ну. Она находится в театре. I don't see no red carpet, Bruce так, Wayne. Скан. You see Bruce Wayne anywhere? Hellgate Legal Service. I missed the ones earlier this year. Адские врата, легальный сервис? Окей. Так, здесь вот сколько? Четверо. Четверо. Я, в принципе, как-то, так сказать, по-удивительному вас атаковать и нету. Так. Кто из вас с трубами, битами? Так, давайте начнем вот с того, да? Нет? Ну ладно, значит, тебя начнем. Ай, блин, ну я ж нажал перепрыгнуть, да твою ж мать! Раз, два, три, четыре, пять, шесть! Отдохни, ублюдок. Так, нам по-любому сюда след. Идет ровно сюда. Какая у нас классная тень. I'm the knight. I am the vengeance. I am Batman. Стоп, когда так делаешь... Ай, почему? Вот здесь как будто руки у меня не цельные. Это не прошитые немножко тело, когда так делаешь, они немножко оттягиваются, и свет проходит сквозь. Странно. Ну ладно. Так, собственно, телефонная будка, с которой можно позвонить. Да. Я, конечно, надо положить, я, конечно, извиняюсь. А почему крюком нельзя, а? Зацепиться, ну ладно. Locked. Закрыто, туда не пройти. Так, ну давайте позвоним по всем номерам, которые мы понаходили. Arkham Care. Так, там нужно набирать. 4, 6, 5, 5, 5, 5, 0, 1, 1, 1. Thank you for calling the campaign for Arkham Asylum reopening and endowment. Over the past year, it's become increasingly clear that our existing penal institutions are simply not fit to contain or rehabilitate the increasing number of abnormal threats plaguing our citizenry. These so-called super criminals require a specialized facility designed to keep our population safe in a way that Blackgate Prison cannot. Please contact members of the City Council and demand that they authorize the reopening of Arkham Asylum. And remember, care is there for Gotham City. Ну, да, как бы. Служба Arkham Asylum. Работа душевно больных. Невозможная задача и обязанность. Так. Research студия, не знаю, какая исследовательская студия. 932. 72. 263. О, офис доктора Джонатана Крейна. Пугало.
resigned my position at the university to become the new director of rehabilitation at Blackgate Prison. Should you wish to participate in any future studies, I recommend contacting... Это же мы хотим быть доктором по реабилитации в Блэкгейте. If you're still inclined to participate in my future research, I'm afraid you'll have to get yourself arrested. Так, понятно. Адские врата, легальный сервис. 5-5-5-0-6-6-6. Thanks for calling Hell's Gate Legal. Don't wait for the afterlife to get what you deserve. Let us get you a cash settlement now. If you've been a victim of vigilante violence condoned by the Gotham City Police Department, press 1. If you've been injured by escaped inmates from Blackgate Prison, press 2. If you've been wrongly incarcerated in Blackgate Prison and denied any of your rights, press 3. If you are a member of the Gotham City Police Force who has been wrongfully terminated, press 4. Давайте нажмем 1. We're spearheading a class action lawsuit against the GCPD for encouraging vigilante violence against private citizens without due process. If you'd like to join our fight against these unconstitutional practices, please provide your contact information. Короче, какая-то служба по борьбе. Explosive gel, being hung from a gargoyle, or being pummeled into oblivion. Нита Лоя, это 55-0-66, это вот их не номер. Это какие-то адвокаты, короче, которые помогают разбираться с гражданами от последствий действий каких-то мстителей, типа меня, там, преступников. Короче, адвокатская контора, которая, не знаю, какая-то мутная, по-моему. А вот Джезабель Ганс. И потом еще Сайонис Стилмил. Короче, давайте вооруженные посмотрим. Жаль, я не добрал его до того, как я там побывал. Короче, о каких-то сверхмощной пушке, которая у них появилась, она вещает, это вообще от аварии оружейно, мне это не очень интересно. Мне было интересно набрать, только там были бандиты, мне интересно, не взяли бы трубку. Я бы им сказал, я иду за вами, ублюдки, готовьтесь. Так. Сионис, это какой-то мафиози, да, по-моему? Ладно, хер с вами. Короче, друзья, на этих телефонных разговорах и будем заканчивать нашу сегодняшнюю серию. Вот, а за Шрайером этим в кинотеатр мы, или в театр, ну, вообще просто, монарх театр, просто театр. Готэм dies soon, Готэм скоро умрет, ну это... Новая знаменитая пьеса «Крысиного короля». Ее мы посетим уже в следующий раз. Если вам нравятся мои приключения так же, как и мне, ставьте бэтменский лайк. И подписывайтесь на канал. Если есть какие-то вопросы, жду вас в комментариях. Обращайтесь. С удовольствием с вами пообщаюсь. Ну и в общем, всем удачи. Всем пока.